На наших дисковых агрегатах все метизы используются оцинкованные. То есть шплинты оцинкованные, на всех пальцах шайбы оцинкованные, здесь шплинты оцинкованные, болты оцинкованные, здесь на режущих узлах болты оцинкованные. Болты не в ответственных местах, например, где регулировочная планка, здесь используется обычная, класс прочности 5,8. Но если посмотреть на болты, которые мы используем для крепления стоек, то здесь уже повышенного класса прочности болты 8.8 прочностью. То есть вот здесь, где щеки крепятся, тоже болты идут 8.8. А в местах крепления, где сам диск прикручивается, тоже используются болты 8.8. Благодаря использованию таких болтов, а не дешевых простых болтов, эти болты не оторвутся и будут выдерживать необходимые нагрузки. Что касается вот гаек на талрепе для регулировки угла атаки, здесь используются гайки с фиксатором резьбы, то есть эти гайки не откручиваются во время